В спорткомплексе «Триумф» прошел муниципальный этап краевых соревнований до призывной молодежи по пулевой стрельбе, приуроченных к 80-летию со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ. В соревнованиях приняли участие 16 команд образовательных организаций Славянского района. Для будущих защитников Отечества это возможность отточить свои навыки в стрельбе, пообщаться друг с другом, ну и, конечно же, победить, чтобы представить наш район на зональном этапе соревнований. Я приехал со станицы Анастасиевская на соревнования по стрельбе. Считаю, что стрельба для парня, юноши – это очень полезный навык умения стрельбы. Мы хорошо готовились к этим соревнованиям, мне они понравились. Вроде неплохо отстрелял. Мы очень долго готовились к этим соревнованиям. Хотим занять какие-то все равно призовые места, было бы неплохо. И очень рады, что есть такие замечательные, так сказать, игры между школами. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом. Первое место у учащихся 48-й школы. На втором месте ребята школы номер 29 станицы Петровской. Третье место заняла команда 18-й школы. В личном зачете лучшими стали Владислав Милютин, Дмитрий Морозкин и Евгений Овсепян. Представлять команду Славянского района в зональном этапе будут учащиеся школы номер 29.